Первыми в программу по сдаче норм ГТО в Десногорске в прошлом году включили школьники. Стимулом для этого ребятам послужили дополнительные баллы, которые стали большим плюсом при поступлении в высшее образовательное учреждение. В этом году сдать нормативы пришли уже 44 выпускника и 19 студентов Десногорского энергетического колледжа. Спорт – это жизнь. И в дальнейшем мне это пригодится при поступлении. Ну, и, наверное, для себя. В первую очередь для себя я это все сдаю. С 1 января 2017-го в мероприятиях по выполнению норм ГТО может участвовать и взрослое население города. Первопроходцами в Десногорске стали сотрудники предприятия ЭЦМ. Порядка 26 человек пришло сдавать ГТО с большим удовольствием. Я вообще пошла, чтобы показать пример своим детям. Со мной сдает дочка. И идет со мной сын сдавать ГТО зимой, потому что у него обязательные нормы лыжи будут. Сыну 9 лет, дочке 16 лет. Поэтому я как мама иду просто примером для своих детей в первую очередь. Всего в этом году приняли участие 85 десногорцев. Но попробовать свои силы может каждый. Основное требование – это возраст. Участники должны быть старше 6 лет. Десногорск вообще можно только гордиться тем, что у нас отличные стадионы, которые с большим удовольствием нам предоставляет Аттранс. У нас замечательный бассейн, которым мы вот буквально в четверг стартовали, плыли 50 метров. У нас в 4-й школе тир достаточно оборудован. Помещение. Для выполнения норм ГТО и для всех видов испытаний у нас спортивные площадки готовы. Чтобы принять участие в сдаче нормативов, необходимо пройти всего несколько шагов. Первое – зарегистрироваться на сайте. Второе – получить меддопуск. Третье – записаться в месте тестирования и спокойно начинать проходить испытания. И в результате получить свой значок отличия. Только не забывайте, что готовиться к тестированию необходимо 2-3 месяца.